Для того, чтобы определить, ваш организм способен перенести окунание в холодную воду или нет, особенно молодого возраста, можно провести так называемую холодовую пробу, пробу по Крейдо. Она выполняется легко, в домашних условиях и дает хорошую информацию для самого себя, перенесу ли я окунание или нет. Достаточно налить какую-то емкость в таз или ведро, довольно широкое, воду температурой 10-12 градусов. Окунуть и окунуть туда голые ступни ног. Перед этим нужно посчитать по 10 секунд в течение 1 минуты пульс. Окунули воду, ноги в воду на 2 минуты. Вытащили ножки, не вытирая, поставили на сухой коврик или на сухое полотенце. И посчитали пульс за 30 секунд сразу же, как только вытащили ноги. И через 2 минуты, на 3-й минуте после того, как вытащили ножки. Хорошая реакция на холод считается, если после того, как ноги 2 минуты пробыли в воде, вы вытащили, поставили на коврик, урежение пульса на 2-3 удара в минуту – это отличная реакция. Урежение пульса на 4 удара в минуту – удовлетворительная, на 4-5 и на больше, чем на 6 ударов в минуту – неудовлетворительная реакция. А на 3-й минуте восстановления все должно вернуться к исходным состояниям. Если учащение, наоборот, происходит больше, чем на 2 удара в минуту, это удовлетворительная реакция. Если больше, чем на 2 удара в минуту учащается сердцебиение, неудовлетворительная реакция, вы плохо реагируете на холод, окунаться вам не рекомендуется. Очень просто, можно легко сделать в домашних условиях.